Кирове. Вот, появились, вот. У нас и микрофоны сегодня просто уже, не только гости. Да, 12.05 в Кирове. Мы продолжаем разворот со слушателями. Разворот со слушателями, это значит, что вы можете звонить 211-101, общаться с нами. Николай Голиков, Светлана Занько в студии. Добрый день. Добрый день еще раз. И у нас другая тема совершенно, и другие гости. Мы говорим о завершении большого фестиваля, традиционного фестиваля. Международного фестиваля. Международного. По-моему, 13-го, да, уже? И инновационного фестиваля. Вот можно вопрос задать, который автономия. Вятская весна закрывается завтра совместным концертом Вятского симфонического оркестра и рок-группы Торба Накручия, и представители, главные люди в этих замечательных музыкальных коллективах, да, сейчас у нас в студии. Евгений Дробахин, дирижер Вятского симфонического оркестра здесь. Добрый день, Евгений. Добрый день. Добрый день. И Макс Иванов, лидер группы «Торбы накручи». Добрый день, Макс. Здравствуйте. Здравствуйте. Гости пришли не с пустыми руками. Они нам принесли пригласительные на две персоны на завтрашний замечательный концерт. И поэтому слушайте нас внимательно. Мы в течение программы зададим вопрос. У вас будет возможность выиграть это приглашение. Завтра, еще раз, в 18.00 будет концерт. Возрастное ограничение 6+. Возрастное ограничение 6+. Ну, вот о том, что будет такой эксперимент, нам рассказывали уже в этой студии. Ой, давно, довольно-таки давно. Еще сначала такую тайну делали. Мы на закрытии фестиваля придумали. Помнишь, это Андрей Борисович приходил? Скальный. Да, и даже, видимо, чтобы не сглазить, не называл имен. Потом тихонько за кадром сказал, да вроде бы мы договорились. А потом уже более конкретно стал разговор. Ну, вот я скажу, когда мы вот об этом говорили уже несколько раз в студии, да, всегда звучало в голосе вот всех наших гостей вот очень серьезное опасение. Вот мы очень хотим, но вот мы не знаем, что получится. Мы очень хотим, но мы не знаем, как получится. Поэтому сейчас будем говорить о том, что получится. Да, совершенно верно. Репетиции уже идут. Мы видим это по Фейсбуку. Наши друзья и коллеги выкладывают фотографии, кто успел там за кулисы, я не знаю, проникнуть, посмотреть, как идут репетиции. Владимир Шабардин выкладывал такую фоточку, я видела и обзавидовалась, потому что классно всегда смотреть на то, как происходит рождение вот этого, да, нового формата для Вятской филармонии. Поэтому вот филармонии, наверное, первой и предоставлю слово. Евгений Дробахин, дирижер Вятского симфонического оркестра. Как вы восприняли, во-первых, это предложение о таком опыте? Ну, с большим энтузиазмом, надо сказать. А прежде вам доводилось? Да, значит, вот в начале сезона у нас был такой опыт с камерным оркестром. Мы участвовали с золотым голосом «Энигмы» Эндрю, который приезжал в Киров с концертом. И, значит, был задействован камерный оркестр. Но там был солист и камерный, да, оркестр. Там был солист. А здесь он целую группу. Нет, там тоже была команда. Тоже группа с ним была, да? Да, тоже была команда. Вот. И, ну, единственное, что там наш оркестр явился одним из оркестров, да, по всей стране, потому что это был тур по городам России. Вот. И в каждом городе свой оркестр принимал участие. Партитуру он с собой возил? Да, то есть нам... Этот момент вас не тревожил тогда? Да, уже, да? Нам был выслан материал. Вот, мы подготовились, и, получается, за одну репетицию до выступления мы это все собрали. Вот здесь же немножко совсем другой случай, да. Во-первых, симфонический оркестр, во-вторых, это впервые для оркестра симфонического, вот, впервые для меня, то есть стоять за пультом симфонического оркестра в таком проекте. Вот. И опять же, то есть материал, это надо сказать, что эксклюзивно. Только для нашего оркестра. Только для нас и только один только раз. Только для нас, да, и только один раз. Вот, это будет сделано, ну, возможно, наверное, и дальше будут такие проекты, возможно, в других городах. Но вот об этом расскажет, наверное, Максим. Вот, а у нас это будет впервые, вот, эксклюзивно. Так, теперь вопрос Максиму. Это тоже первый опыт для Торбы играть с симфоническим оркестром? С большим составом оркестра, да, первый опыт. Но у нас, конечно, поскольку много друзей музыкантов работают в петербургских оркестрах и Мариинского театра, и Заслуженного коллектива, и других разных оркестров, вот, у нас были уже эксперименты, и мы играли два. Точно на моей памяти есть концерты со струнной группой. Интересно, не на твоей памяти театра. Концерты у Торбы были? Да, конечно, всякое бывает. Потери памяти могут случаться у всех людей. Вот.
Да, так что это была, ну, малая струнная группа, так скажем. Потом есть еще же отдельный проект «Иваново детство», в котором мы задействуем духовую секцию. Так что с отдельными группами симфонического оркестра мы имели опыт сотрудничества и очень интересных концертов. Но чтобы большой симфонический оркестр играл, и рок-группа «Турбина круче», вот, и исполнялся наш материал, такое тоже будет для нас впервые. Как идет работа по подготовке к концерту? С чего все начиналось? Вообще, мне кажется, работа-то началась довольно давно, потому что ведь надо же было материал-то готовить для оркестра. Да, конечно. То есть репетиции... Евгений Трабахин. Начали репетировать еще, значит, с начала апреля. Вот, по мере поступления материала. Вот, надо сказать, что все аранжировки делает наш... если я так могу сказать, земляк, кировчанин Максим Бабинцев, который ныне выпускник Московской государственной консерватории. Ну, вроде бы, извини, что перебиваю, не совсем все, он привлекал еще двух своих коллег, сотрудников. Но вот один из них, Прохор Протасов, тоже кировчанин. Да, да, ну, надо сказать, что... И да, тоже каким-то образом работает. Связан с нашим оркестром. Да, да, да. Самым прямым. Вот, поэтому репетиции шли по мере поступления материала. Вот. И вот сейчас, со вчерашнего дня, уже репетиции непосредственно с группой в полном составе. Опасения, сейчас я Максиму Иванову задаю вопрос, Макс, у вас опасения были или вы сразу приняли предложение, и сейчас вот понятно, что отступать некуда, завтра концерт? У меня, конечно же, не было опасений, был интерес большой, а опасения всегда более с технической стороны происходят, и вот это как раз касается наших звукорежиссеров, нашего коллектива и сотрудников непосредственно филармонии, чтобы все вызвучить. Одно дело, когда симфонический оркестр играет, ну, свою академическую программу, и подзвучивать практически ничего не нужно, разве что с какими-то солистами, если выступают, и вот такие нюансы происходят. А другое дело, когда нужно, ну, серьезное отношение именно к вызвучанию из самой группы и всех инструментов. То есть там баланс довольно сложно достигнуть. Сложно, непросто, работаем. Ну, то есть я понял так, что у звукооператоров работы больше даже, чем у вас, наверное. Возможно. Давайте пройдемся по программе. Насколько она будет обширной, сколько композиций в программе? И вообще, вот концерт, это будет полностью весь концерт, вы и симфонический оркестр. Да, это будет... То есть без какой-то разогревающей там части, да? Диджея не будет. Диджея не будет, да? Нет. Ну, мы оставим в секрете полное количество песен. Слишком долго занимать внимание зрителя мы тоже не будем, чтобы никто не устал. Но это будет полноценный, большой и хороший концерт с очень интересной программой. Какие-то, ну, ключевые композиции все-таки, которые туда включены, которые узнаваемые? Которые обязательно будут. Угу. Ну, ни «Психа» мы петь не будем. Потому что это не совсем песня для исполнения симфоническим оркестром, во всяком случае, для первого опыта. А несбыточную споем. Прекрасно. Вот уже как минимум одно произведение нам стало известно. 211-101 номер телефона прямого эфира. Давайте попробуем разыграть пригласительные на завтрашний концерт. Напоминаю, что Вятский симфонический оркестр и «Турбина круче» завтра в 18.00. Сыграют совместный концерт. У нас есть приглашение на две персоны, кто осмелится задать вопрос. И все посмотрели на Максима. Ну, ладно, хорошо. Потяну лямку на себя. А мы тут обсуждали до эфира, у кого какой вопрос. Ну, окей, Максим первый. Буду прост. В каком году выпущен первый альбом группы «Турбина круче»? Первый альбом «Турбина круче», в каком году он был выпущен? 211-101. Пригласительный вас ждет. Прервемся на полминуты, буквально есть время как раз набрать номер телефона, а мы отдохнем 30 секунд. Возвращаемся в студию. Напомню, что тема нашего разговора крайне интересная и совершенно такая для города неожиданная. Фестиваль «Международная Вятская весна» подошел к концу, и закрываться он будет уникальным совершенно концертом, совместным концертом Вятского симфонического оркестра имени Раевского и рок-группы «Турбина круче». И по этому случаю у нас в гостях сегодня дирижер Вятского симфонического оркестра Евгений Драбахин и лидер группы «Турбина круче» Макс Иванов. Да, ну и мы разыгрываем пригласительный на завтрашний концерт. 18.00 он начнется. 6+, ты сказал, 6+, да? 6+, я сказал, для Роскомнадзора обязательно. 211-101 номер телефона прямого эфира. Вопрос был следующим. В каком году был
записан первый альбом группы «Торна Кучи». Выпущен, наверное, скорее вышел, да? Потому что когда он был записан, вышел. Это уже вообще, по-моему, никто не знает. Хорошо. И даже Максим Дорог не возьмется ответить. Это я помню. Помнишь, да? Давайте сейчас разберемся в каких-то тонкостях репетиции, в тонкостях разработки, я не знаю, как правильно, Коль, поправь меня. Я тебя не буду поправлять, делай как есть. Партии, да. Обработок вот этих самых, какие-то интересные случаи из внутренней кухни. Ну, то есть все равно ведь, Максим, вот люди, которые работали над партитурой для оркестра, да, они ведь без тебя не могли этого сделать. Мы постоянно были с Максимом. Ну, чтобы тебя сильно не удивлять во время уже концерта, да? Конечно, мы были с ним на связи, и по каким-то важнейшим моментам, как я вижу это в оркестровом виде, он всегда интересовался, какие-то варианты предлагал, присылал. Рассказывал о том, что как у него в этом месте, например, планируется. Mm-hmm. Мы на одном языке разговаривали, хорошо друг друга достаточно понимали. Кроме некоторых нюансов, когда песня, например, записана уже достаточно давно и выпущена в альбоме, и они ориентировались, оркестровывая это, на альбомную версию, а нас она уже в течение долгих лет исполнения претерпела некоторые изменения аранжировочные, mm-hmm. и видоизменилась. Тогда я вспоминал об этом. И вдогонку говорил: Максим, постой, вот в этой песне не совсем все так, я тебе сейчас найду версию, которая ближе к актуальной, чтобы работать уже по ней. Но вот такие вещи тоже происходили неоднократно. Потому что это совершенно различный формат музицирования, скажем, у оркестра, да, и у рок-группы, которая на самом деле от концерта к концерту вещь меняет, и вы, может, даже не вспомните, как вы играли 6 лет назад. Да? Ну да. Вот, поэтому тут очень, очень сложный вот этот момент, как мне кажется. У нас есть желающие ответить, кстати, на вопрос на твой трудный. Алло, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Александр. Попробуйте ответить на вопрос, в каком году вышел первый альбом группы «Торбина Круч»? Я так думаю, это 98-й год, скорее всего. Ответ неверен. Простите, Александр. Неверный. Спасибо, что вы не воспользовались Гуглом. Да, да, продолжаем. Продолжаем набирать 201-101 и свои версии озвучивать, когда вышел первый альбом «Торбина Круч». Мы разыгрываем пригласительный на завтрашний концерт Вятского симфонического оркестра и группы «Торбина Круч» 18.00 6+. В 98-м мы играть начали в Санкт-Петербурге, вот собрались с составом, который и считается основным составом «Торбина Круч», вот этой питерской группы. То есть это дата отчасти верна? Это дата отсчета. Но частичку билета мы за этот ответ не отрежем. Да, корешок не можем. Евгений Дробахин, какие-то нюансы работы над всеми композициями, которые прозвучат? Ну, надо сказать, что, во-первых, то звучание, да, когда звучит оркестр без группы, пока мы репетировали, и то, как он звучит с группой, это совсем, конечно, другая песня, что называется. Без группы все хорошо. Нет, тут дело в том, что... Музыканты, ты вообще классно сказал. Без группы вообще все хорошо. Чего приехали? Оркестр играет. Нет, в том-то и дело, что как раз-таки вот приезд группы, он внес ясность для оркестра, для музыкантов во многом за исключением, прости, что перебью тех людей, которые вокруг барабанщика сидят. Да. Там внесена полный дисбаланс вообще в пространстве. А у вас барабанщик-то в оркестре оказался там, да? Да, в глубине сидит барабанщик, несмотря на то, что он за ширмой. Да, барабанщик торбы, вы его внедрили. Да, у нас бас-гитарист тоже внедрен так же. Ну, бас-гитарист сам-то по себе, он тихо играет, понимаешь? Смотря какой. Да, там уже в динамиках все слыхать. А барабанщик-то он тут. Да, это все так и есть. Вообще, конечно, в этом сложность, что электроинструменты, они совмещены с акустическими. И тут вот уже говорили по поводу баланса, да, вот что задача все это выстроить, чтобы все друг друга слышали, всем было комфортно работать. И я думаю, что мы над этим сейчас тоже сейчас работаем, про барабанщика поговорим и про бас-гитару. Примем телефонный звонок. Пробивается к нам слушатель. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Николай. Так. Я считаю, что первый выпуск был в 2001 году. Вы правы, Николай. Бинго. Бинго? А, Николай, поздравляем вас, пригласительный. Ты подсказал человеку, он воспользовался. Он и воспользовался, понимаешь? Да. Николай, вы когда-нибудь бывали на таких концертах, когда симфонический оркестр играет с рок-группой? Нет, совместно не было. Она в самой группе это был. Так. А симфонический оркестр вятский? Ну, это отдельно был.
Тоже то есть... отдельно. То есть по отдельности вы это все видели, да? Меломан. Да. Отлично. Очень... Вот, Николай, просто вопрос. Вот вы когда дату выхода альбома вот говорили, вы все-таки в Google заглянули или вы просто это знали? Ну, я в свое время как-то был это приближен к филармонии, обслуживал филармонию. Поэтому я часто посещал концерты, и в том числе я как-то заходил и на концерт Торбина Круче. То есть вы Гуглом не пользовались, просто знали, да? Да, ну так я предполагал. А, предполагал, ну, правильно предполагал. И 98-й. Ну, да. Поэтому поддерживать завтра наших исполнителей. Спасибо. Пригласительный уходит к вам. Вы знаете, как до нас добраться. Сейчас не кладите трубку, поговорите с нашим... Редактор объяснит редактор. Вопрос, а как этот билет получить. И завтра вы будете на концерте на этом прекрасном. Так, хорошо. То есть музыканты рок-группы внедрены в симфонический оркестр. Они прям буквально находятся между музыкантами симфонического или, оркестра. Или все-таки линия передняя впереди? Нет, они находятся, ну, большая часть, да, находится впереди оркестра. Ну, понятно, солист. Макс, само собой, он впереди, ну, да, он не может солист, по-другому. Да. Артём клавишник, флейтист впереди, и да. Алексей Викторович Пяткин, электрогитарист. Мы находимся на авансцене. На линии огня, да? Да, дальше в основном основной состав оркестра и по два угла, можно так сказать, да. о двух углах сидят наши ритм-секции расположены. И наблюдают, чтобы классики ничего не напутали. Кстати, да. После вчерашней репетиции у нас очень много дельных заметок поступило как раз от Лёши Андреева, нашего басиста, который сидел между тромбонами и контрабасами. И он много чего там подметил, услышал по оркестровке. И как раз вот, учитывая то, что это первый опыт для всех, и Максим, оркестровщик, тоже приехал для того, то чтобы поработать. То есть еще и как бы коррективка, коррективы идут именно в оркестровую вот, часть. В этом, вы да? представляете, какой непростой сейчас у нас идет процесс. Крайне непростой. Вот. И вот мы с азартом в него включены. А симфонические... Там ведь, да, даже если убирать вопросы баланса, убирать вот эти все вещи, там просто ведь группа наиграет всегда на драйве, да, то есть вы можете в любой момент просто по наитию, у вас же сколько лет вы играете вместе, да, вас куда-то вы поняли, что сейчас надо играть вот именно так, а не как вы там раньше договаривались, а здесь вроде как нельзя. Нельзя. Нельзя, то есть это да. же трудно. Но опять же... Следует... Придется сдерживать себя, да? Следует отметить, конечно, отзывчивость и дирижера Евгения и вообще всего оркестра, например, в какой-то момент я мог протянуть какую-то паузу до вступления слов. Mm-hmm. Ну как мне вот подумать, что здесь будет показалось, хорошо? Показалось, что так и должно быть, да, вот в этот момент. И сразу же дирижер говорит музыкантам: ребята, значит, здесь все-таки не потому, что в нотах написано, по дирижерской палочке, потому что mm-hmm. когда у нас вступит солист, это неизвестно. В общем, такие нюансы тоже происходят. А я внимательно слушаю солиста, подняв вверх палец, что внимание, тут что-то не так, что-то изменилось. Нагрузка на дирижера многократно возросла. Ну, да. Да. Мне кажется, здесь на всех оно. На всех, конечно. Потому что часть вступления играет оркестр, это не совсем не та музыка, которую мы привыкли слушать в вступлении к нашим песням. Ну, то есть это не... Да, и поехали, да. Да. Не счет палочек. Не везде, во всяком случае. Угу. Расскажите, так, что там творится? Я вот не могу успокоиться никак. Что там творится вокруг барабанщика? И там что между ними происходит, когда рок-барабанщик есть и ритм-группа симфонического оркестра? Как они взаимодействуют? Просто, может быть, какие-то сюжеты интересные вы нам расскажете. Например... Ну, как они взаимодействуют? Выходит ритм-группа симфонического оркестра после репетиции первой и говорит Евгению Дробахину: что вообще? Что? Куда мы попали, нас, да? Куда мы попали? Да нет, ну, такого, конечно, нет. Я думаю, что все так или иначе имели представление, куда они попали и что будет на концерте. Ну, у нас, по-моему, не очень много расписано партий симфонических ударных. Основная то есть там нагрузка, какая партия тарелок? Основная нагрузка нет, вообще на нет, нас. Их вообще нет. А да, то есть оркестровых ударных их нет в партитурах, то есть только ударная установка группы. Как раз чтобы не мешали друг другу, чтобы вот этого перекрещивания не происходило. Ну, тут, да, еще связано, мне кажется, со стилистикой. Не знаю. Кое-где я бы в литавры вдарил бы, да. Там. Ну, да. И гонга. Год. Но, опять же, еще не вечер, что называется. Конечно. Это еще, да, нам предстоит. Можно до 6 часов завтрашнего дня еще много есть, можно коллектив да, нести. Спать да, не в собираемся. Том числе и литавры на сцену выкатить. Главное, чтобы места хватило для них. Это вряд ли. Места уже нет.
Но вообще, вот смотрите, ведь тоже интересный момент. Да, вот когда играете в фонд-оркестр, вы слышите полностью, да, то, что, чем вы дирижируете, полностью. Звук ваш. Здесь половина звука уходит туда, за вашей спиной. И вот получается, что главный человек все-таки звукорежиссер, который все это слышит, он может вам сказать: ребята, вот здесь так-то, так, это все очень сложно работать, то есть все время через кого-то. Нет, звукорежиссер не скажет: ребята, так-то, так-то. Он сделает свой баланс на выходе. Да. Все будут играть так, как чувствуют музыку. Но, конечно, это тут вот, совместно... какой-то сложный момент есть, потому что обычно симфонический оркестр, когда выступает, там просто вообще, правда, не в симфоническом, но тоже как бы участвовал, понимаешь, ты слышишь оркестр. И вот как ты его слышишь, так он там и звучит. Здесь получается, что через посредника все-таки выходит. Да, здесь вот получается, что большое значение для меня имеют вот мониторы, которые стоят, в которых я слышу, что... То есть вам подзвучка поставлена? Да, что происходит, значит, группы, солиста слышу, то есть ритм гитары. Я интересуюсь подзвучкой. Но потому что если вот мы начали репетировать и мониторы не были включены, просто я просто не слышал, что вообще происходит, потому что просто такой поток звука идет и очень сложно разобраться. О каких мониторах речь идет? Вот все тут все понимают. Колонки на полу. Ну колонки на полу небольшие, чтобы человек слышал, собственно говоря, что происходит, да, потому что иначе то все туда уходит, мимо него. Да, и то есть колонка направленная, в которой я слышу, что происходит, да, там, например, бас-гитара, которая стоит... За спиной гитарист играет уже, вы его даже да, не видите. Но звук-то идет зал, да, звук вот, идет и зал, причем тут как бы специфика, что он возвращается на сцену с опозданием, и да. То есть мне нужно дирижировать немножечко, чуть-чуть с опережением постоянно, да, и еще, например, скажем, трубач, который сидит в самом конце сцены, который слышит еще с большим опозданием, чем я стою на той точке. А это представь, как трудно. То есть трубач, он, услышав звук, он хочет среагировать, потому что он на этот момент должен играть. А дирижер должен показать ему это раньше, чем он услышит этот звук. Это вообще кошмар. Да, то есть чуть-чуть с опережением, если так это объяснить. Это трудно объяснить, а в этом участвовать еще сложнее. Вот это, на самом деле, мне кажется, вот одна из самых таких трудных моментов, вот звуковая. Свет, вот ты так сидишь, вот представь. Я вот сейчас трубач все сольется в единый. Трубач точно с таким же лицом, как сейчас ты. Он просто не понимает. Ну и вопрос, на самом деле, к симфоническому оркестру. Этот опыт как-то будет анализироваться после того, как вы сыграете концерт? Или вы, я не знаю, как это все происходит. Вот, сделали эксперимент. Скажите, слава богу, больше никогда. Нет, надо сказать, что, конечно, это придумал-то кто все это дело? Скальный? Кто ответственный лицо? И он в том числе, и главный дирижер Константин Маслюк. Но дело в том, что Андрей Борисович, когда вот он изначально, с самого издалека очень говорил, у него первая мысль была, конечно, какую-нибудь западную группу подогнать, которые уже в этом участвовали когда-либо, то есть у которых вот так же точно есть уже готовый материал расписанный, все прочее. Вот. Но как-то у него это в голове не сложилось, и как-то это показалось ему не очень, может быть, патриотичным, я не знаю, что ли. Вот, тем более, не очень вятская весна получается. Да, вятская весна, получается, кого-то вести, там еще неизвестно какого уровня, там кто свободен в этот момент окажется. Он, мне кажется, правильное решение принял, что это будет, конечно, очень сложный эксперимент, но это будет круто. Это будет наша группа «Труба на круче», да? Да, это будет завтра в 18:00 Вятской филармонии. Совместный концерт симфонического оркестра Вятской филармонии и группы «Труба на круче». Прервемся на 1.5 минуты и продолжим. Продолжаем разговор. «Вятская весна», наш традиционный фестиваль, завтра закрывается совместным концертом Вятского симфонического оркестра и группы «Труба на круче». У нас в студии Евгений Дробахин, дирижер Вятского симфонического оркестра, и Макс Иванов, лидер группы «Труба на круче». Ну, кстати, вот этот сюжет, который вы рассказали, Максим, в перерыве, мне кажется, можно озвучить сейчас и в эфире тоже. Потому что когда мы говорим про опыт... То, о чем мы говорим, да. Да, работы с оркестрами в нестандартных ситуациях, то история с тем... Это в Питере было выступление, да? В Питере, на да. На площади? Да. В июне прошлого 18-го года, получается, да, был большой фестиваль памяти Владимира Семеновича Высоцкого на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, вот в самом сердце города, можно сказать. Александрийский столб перед глазами, многотысячные собрания людей, потому что, конечно, все с большим интересом относились к этому событию. И компания NCA устраивал вот такой фестиваль. И было очень много исполнителей, один большой симфонический оркестр и много меняющихся солистов. Вот. И мне выпала честь открывать
это действо. И не было возможности на саундчек непосредственно в день. Потому что на репетиции, конечно, я приезжал, и все было прекрасно. Но это на репетиционной базе оркестровой. А когда уже день концерта, я приехал, там уже толпа людей на площади, и что-либо пробовать уже бессмысленно было. И я понял просто, что в мониторах есть мой голос, гитара, с которой я, собственно, тоже выступал наперевес. А симфонического оркестра, когда они вступили, я его просто не слышу. Его не дали вот в эти напольные пресловутые мониторы, с которых, собственно, нужно слышать звук и понимать происходящее. Вот, да, и буквально несколько тактов я понял, что сейчас что-то произойдет, катастрофа какая-то. Мне пришлось просто бросить играть на гитаре. И я слышал оркестр из-за спины, хотя он находился достаточно далеко, метров 15, но вот чистый симфонический звук оркестровый. Я слышал оттуда и под это исполнял. Вот такой опыт. А тут, кстати, я хотел просто сказать, что, во-первых, от нештатных ситуаций никто не застрахован ни на каком, но мне кажется, вот когда, вот, знаешь, уже там рок-группа с огромным опытом, которая понимает это, что делать в нештатных ситуациях, и оркестр с дирижером, который уже варился в этой штучке, даже будет интереснее, если что-то такое на концерте придет, и как вы из этой ситуации выпутаетесь. Ах ты, так ты хочешь тебе в нештатной ситуации. Ну, это же и есть живой концерт, понимаешь? В любом концерте должно что-то такое быть. Да даже на любом спектакле, когда все это отрепетировано до оперы, это уже не так интересно, и это уже не рок-группа. Скажем так. Ой, а что ты думаешь, у нас не бывает нештатных ситуаций, когда мы уже 20 лет отрепетировали? Да, они всегда бывают. Да, постоянно. Конечно, да. Вятский симфонический оркестр на площади, когда в последний раз выступал? Ну, в Кирове, например, на театральной. Я так думаю, что, скорее всего, на День Победы, либо на День города. На Евгений, вы в Кирове с середины прошлого года ведь? Нет, я с сезона, с начала сезона. С начала сезона, августа, да? С августа, да. То есть... Мы просто, ну, вот это сейчас не относится к завтрашнему концерту, но мы здесь наблюдаем уже несколько недель репетиции к 9 мая. И с коллегами, и со знакомыми, и малознакомыми людьми рассуждаем, чего бы хотели горожане 9 мая на площади. И, конечно, идея того, что играл бы симфонический оркестр с различными группами, а люди бы танцевали, ели, выпивали, а ночью смотрели бы фильмы на большом экране. Вот как-то эта идея побеждает все и очень греет душу. Поэтому мы даже думаем задвинуть эту идею, Евгений и Максим, задвинуть эту идею городским властям, чтобы менять форматы городских праздников. Танцуют и выпивают, пусть все-таки под духовой. Если это 9 мая, да, я тут совершенно согласен. Максим, у тебя вопрос еще возникает такой, смотрите, вот здесь очень такой широкий круг людей, там поклонников, да, группы Торбана Круче, и вот такой неожиданный формат, он для них как? Не боитесь, что они скажут, что-то вы, ребята, куда-то не туда пошли? Ну, ты знаешь, нет, конечно, потому что наша публика настолько, опять же, интеллигентно, красиво образованная и умна, что, мне кажется, именно такой формат сейчас очень будет актуален, своевременен, спустя 20 лет существования коллектива уже в такой ипостаси прийти. Опять же, в наш юбилейный сезон, мне кажется, это очень круто. Нет, ну, знаешь, всегда же находится человек, который встанет там в день в первом ряду, он всегда скажет, ну, хватит, Макс, рок давай уже. А вот. Там будет рок? Ну, они-то в филармонию придут. Ну, так что? Я только что говорил про интеллигентность, культуру и так далее. Надеюсь, что именно так все и будет. Вот, а Вятский, опять же, симфонический оркестр, у которого тоже уже очень такой, ну, насколько я посещаю, по крайней мере, концерты, да, такой уже сложившийся круг почитателей, всегда все в зале все продано, и вдруг вы... В общем, вопрос про публику. Вопрос про публику. Смешанная публика, вот поклонники вот симфонической музыки, таких вот, как да, бы, больших коллективов, очень популярных в Кирове, и тот, и другой очень популярные коллективы. Ну, я думаю, что тут все-таки в большем количестве будет преобладать поклонники группы Торбана да Круче, это и есть идея, нежели подружить именно фанатов двух коллективов. Да, идея это вот очень хорошая в том, что молодые люди, либо не молодые люди, которые придут на концерт и услышат группу и звучание симфонического оркестра, я думаю, что вообще кто-то, может быть, впервые узнает о том, что в городе есть такой коллектив, и вот так вот он звучит. И будут как-то, не знаю, приходить на наши концерты классической музыки, не только классической музыки, у нас есть и детские абонементы. И я думаю, что
у публики, пришедшей на концерт. То есть там, может быть, в общем, какой-то формат для себя, я думаю, они выберут. То есть, как бы вот такого рода концерт вы надеетесь, что сможет привлечь как бы новых слушателей для Вятского симфонического оркестра? Ну, почему бы и нет? А для самого оркестра, как мне кажется, это замечательный совершенно опыт, потому что играть только классический репертуар в современных условиях может быть не так правильно, не знаю, а иметь возможность и иметь опыт играть с группами разной направленности в разных форматах, на разных площадках, это мгновенно сразу расширяет, да, ваши возможности. Оля? Да, конечно, это не только в любом случае в копилку такой опыт, потому что тут, опять же, то есть мы себя показываем с разных сторон, да, то есть и такой формат, и классической музыки, да, и мы можем и с рок-группой сотрудничать, и в таком формате, вот тут опыт хороший. Опыт хороший. Эта история хорошая не только для города Кирова, это просто очень хорошая гастрольная тоже история, возможно, я не знаю, репертуарная, гастрольная история для симфонического оркестра. Так далеко не заглядывали. Пока да. Но почему бы нет? Ну, сейчас, если тем более материал уже готов, есть, тем более он сейчас весь прокорректируется, опыт будет, исполнение, может быть, вы еще где-то окажетесь вдруг вместе. Думали ли все-таки, по крайней мере, о вот таком формате? О продолжении вдвоем, каком-то, да, вот этой работы? Это конечно. Кирово-Чепецк, Малмыш, Нолинск. Это сейчас к сожалению, не в каждом из этих городов даже сцена-то есть, куда войдет Вятский симфонический оркестр. Вот что плохо. А вот этим должны власти заняться. Вот. Будет сцена, возможно, будет. Я думал, он скажет Нью-Йорк, Лондон, знаешь, там как минимум там Монтерей. Нет, я сразу вспомнил почему-то гастроли Тюза. И вот все эти города, по которым обязательно нужно было все программы провести. До сих пор ездят. Ну да, так что только с этим ассоциация изначально. Ну слушай, будет такой концерт, может, наконец, и идея нашего губернатора строительства большого концертного зала мирового уровня. Да. Она как-то новыми красками заиграет вообще. Понимаешь, это же какой плюс и для города, и для оркестра, и для групп. Ну, вообще, конечно, события по-любому для Кировской области будут резонансные, хорошие, мне кажется, интересные, потому что разнесется вести во все стороны. Не так уж и часто у нас известные рок-группы выступают с оркестровыми коллективами. Ну, надо сказать, что «Вятская весна» как фестиваль очень хорошо себя показывает каждый год. И каждый год залы наполнены, разноформатные совершенно проходят концерты, залы наполнены. И в этом году, вот когда Скальный презентовал нам программу «Вятской весны», было понятно, что ну, вот практически все там группы заинтересованные, они задействованы. Не рок-группы, а группы людей. Да, слушателей. Потому что были музыканты и из соседних регионов, из Сыктывкара, были детские оркестры из Казани, были солисты из Москвы. Отовсюду абсолютно. Из Японии. Аж две. Боже. Аж две. Я видела только одну в прекрасном желтом платье. Да, это была, да, прекрасная. Кстати говоря, про внешний вид. А вот это вообще как-то обсуждается или это не важно? Ну, оркестр, наверное, во фраках, а рок-группа. Вот про. Люди в черном, наверное, как обычно. А то есть вот это специально как-то не продумывалось, да? Нет, шоу от Юдашкина не будет. Классический вид оркестра и классический вид рок-группы. Свет как-то будет специальным образом выставлен? Вы знаете, мы, правда, на первой репетиции вчерашней не успели обо всем об этом подумать, все посмотреть. Вернее, подумать успели обо всем, а вот наметить, как что будет, попробовать. Для этого у нас есть сегодняшний день. Сегодняшний вечер, как минимум, до день вечера, завтра вот еще немножко. Максим, у вас есть большой опыт. Вот все-таки, когда такие совместные концерты происходят, и специальное световое сопровождение, оно добавляет таким концертам там, игры, понимания, связок, или это совершенно не обязательно? Если это хорошо продуманное световое оформление, конечно же, да. А если это просто сидит человек, который не совсем, мягко говоря, в материале и мигает лампочками, просто включает-выключает, то это, конечно, это лучше не надо. Лучше до свидания, да. До свидания, лучше. А у нас в Кирове есть такие, как называются эти лампочки. Люди, которые... Лампочки. Лампочки есть, мы знаем. У нас есть лайты, есть лампочки. А есть ли у нас специалисты, которые работают над цветовой партитурой? Я не знаю, как они называются, эти специалисты. Мне кажется, это очень... Светорежиссер, да. Светорежиссеры, это, мне кажется, довольно редкие специалисты в стране. Честно скажу, что мы ни разу
не включали светорежиссера в нашу концертную программу так, чтобы, ну, прям продумать от и до, mm-hmm. и человека именно со световым оборудованием вот все это с собой возить. У нас был опыт гастролей в Прибалтику, в Латвию, и с нами ездил наш друг Денис Репин, который отвечал за видеоинсталляции, которые были, все вовремя включать-выключать, но, естественно, параллельно подруливал светом. Но чтобы это прям отдельно выстроенная картинка была по песням, такого, к сожалению, пока еще не было. Вот тоже все есть куда в перспективе. Расти. Называется «Есть куда расти». Время у нас, свет потихоньку подходит к концу. Давай, наверное, уже будем еще раз приглашать людей, да? Будем. На концерт. Люди, приходите завтра. Люди, приходите, правильно, все. Завтра Евгений. Будет шоу. Да, будет очень интересно. Как-то вы так немногословно. Скромно. Скромно. Вы же обучены говорить как надо, а мы так скромные исполнители. Мы с Николаем, если нам позволит жизнь завтра побывать на этом концерте, обязательно дадим обратную связь нашим слушателям в эфире. Завтра, 23 апреля. С удовольствием. Да, в 18:00, напоминаю, в филармонии. Билеты еще есть? Я спрашиваю там направо сотрудника филармонии. Чуть-чуть. Ох, я думаю, что... Вы тоже очень скромно говорите. Надо чуть-чуть. Не так. Завтра филармония, Вятский симфонический оркестр имени Раевского впервые в истории с Вятской питерской рок-группой «Торба на круче». Совместный концерт. 18:00. Не пропустите. Или добрый. Отлично. Да. Что я требовала и доказать. Спасибо, Макс. Спасибо, Максим. Завершим. Да. Благодарим спасибо, Евгения Дробахина, да. Максима Иванова, Светлана Занько и Николай Голиков. Мы прощаемся в этой программе, а я вернусь через 20 минут в программе «Особое мнение».